нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Дорогие Господи, братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте. Когда писалась эта программа, еще не было известно решение суда по делу группы кощунниц, совершивших беззаконные, безнравственные пляски в храме Христа Спасителя. Вы это решение уже знаете. Но вне зависимости от того, каким оно стало, та дискуссия, которая сопровождала и сам ход процесса, и сопутствующие ему общественные дебаты, на самом деле выявила несколько очень и очень интересных и значимых для нашего общества, а может быть и для всего мира вопросов. И иногда эти вопросы носили богословский или псевдобогословский характер. Нас, как уже мне приходилось не раз говорить, пытаются учить христианству, в том числе люди, которые к христианству не имеют отношения, более того, постоянно путают его то со светским гуманизмом, то с идеей всепрощения, то с некоторой заботой о земной жизни человека, которая совершенно забывает о настоящей вечной жизни, к которой мы должны стремиться, то с какими-то еще учениями, вряд ли сопоставимыми с Евангелием. Так вот, сегодня получается так, что в результате этой дискуссии несколько обострились споры между людьми, которые стремятся жить по Евангелию, и людьми, которые выдают за Евангелие нечто другое, свою, мягко говоря, оригинальную интерпретацию учения Господа Иисуса Христа, а иногда и просто грубую ложь, попытку выдать за христианство что-то, что христианством не является. Сами участницы группы, их защитники, люди, которые выступают на их стороне в общественных дискуссиях, часто пытаются, как будто не читав никогда Евангелие, сказать, что христианство означает то-то и то-то. Вот, пожалуйста, Олег Басилашвили, известный актер, очень уважаемый в нашей стране актер, сказал, что христианство – это все прощение. Но мы с вами прекрасно знаем, дорогие братья и сестры, что Господь не прощает все. Он не соглашается с грехом, он не примиряется с ним. Он не идет на поводу у тех грешников, которые говорят: «грешим и будем грешить дальше». Мы правы. Мы реализовали свою свободу в пользу греха, и Бог должен это одобрить, иначе Он нам не нужен. Люди, которые так говорят, сами отказываются от Божьего Царства. Они сами уже на этой земле погружают себя в ад. Они говорят, что Бог им не нужен, потому что Он ясно говорит в Своем Священном Писании, в Своем Слове, что является грехом, а что им не является. И более того, Он ясно говорит о том, что грешника, не покаявшегося в своих грехах, ждет вечное наказание. Некоторые богословы XX века и следующие за ними люди, привыкшие приспосабливаться к окружающему миру, особенно если это мир потребления, в этом самом мире некоторые богословы, некоторые практикующие миряне перестали говорить о вечности Божьего наказания, перестали говорить о том, что Господь воздает за грех, что Он все-таки за собой оставляет отмщение. Перестали говорить о том, что в Апокалипсисе говорится о гневе и ярости Божьих. Перестали потому, что это не политкорректно. Это может вызвать отрицательную реакцию в средствах массовой информации, среди тех или иных членов семьи, среди коллег по работе, в общественном мнении, в разного рода дебатах. Но недаром святой Иоанн Златоуст говорил, что нужно свидетельствовать даже о вещах, неприятных для слушающего. И он как раз это говорил о вечности Божие наказание. Человеку часто нужно услышать горькую правду, против которой он будет восставать, по поводу которой он будет всячески возмущаться. Ему нужно ее услышать, чтобы исцелиться, чтобы стать другим, чтобы понять, Господь не примиряется с грехом, Он воздает за него. Но есть путь к прощению, есть путь к настоящему счастью, к настоящему благу, к настоящей вечной жизни. И это путь покаяния. На кающегося грешника, на того, кто готов признать свою неправоту, отказаться от совершения греха в будущем, даже если этот отказ будет на какое-то время непрочным, и изменить свою жизнь. Вот к такому грешнику Господь открывает великие двери своей милости. К нему Он проявляет свою любовь. Его Он сам ведет по пути покаяния и изменения жизни. Такой человек
открывает свое сердце для того, чтобы стать способным войти в Божие Царствие. К такому человеку открываются любящие руки Небесного Отца. Это ничего общего не имеет с теми словами, которые мы иногда слышим. Мы такие, какие мы есть. Мы будем делать в ваших храмах что угодно. Мы будем продолжать проповедовать антихристианские, по сути, свои идеи, в том числе относящиеся к общественному устройству. Мы будем грешить. Мы останемся развратниками, то есть сторонниками свободной любви. Мы останемся геями или лесбиянками, то есть извращенцами. Мы будем продолжать обманывать, воровать. А Бог пусть принимает, и верующие пусть прощают. И пусть не мешают нам жить дальше так, как мы хотим. И пусть находятся у нас в услужении. Так, буквально так сегодня многие говорят. Пусть церковь молчит. Зачем они лезут в обсуждение, которое касается культуры, экономики, общественной жизни? Пусть они занимаются благотворительностью, пусть выносят за нами утки, пусть помогают больным и умирающим, но не пускайте их к детям. Пусть обслуживают наши земные нужды и не лезут в нашу душу. На самом деле, долг христианина – обращаться к душе человека и называть правду правдой, а ложь ложью. Грех грехом, а добродетель добродетелью. И от этой миссии церкви ни в коем случае сегодня нельзя отказываться. Одна из участниц известной группы сказала, что ее в религии привлекает некий вечный поиск истины. Что найденная истина – это не очень хорошо. Вот постоянный поиск, не останавливающийся никогда – это некое абсолютное благо. Тем не менее, мы с вами прекрасно знаем, дорогие братья и сестры, что не только в религиозной жизни, но и в жизни практической поиск всегда должен иметь цель. Вечный поиск бессмысленен. Если нет результата поиска, если его даже не предполагается, зачем такой поиск? Мы считаем, что мы после всех сложных путей, которые к истине вели многих христиан в современной России, в современной Украине, в современном мире, нашли истину. Господь есть путь и истина, и жизнь. И значит, мы не можем уже сказать, что нам нужно идти дальше и искать новую истину. Истина – это не утверждение. Это личность Бога-человека Иисуса. И найдя эту истину, человек начинает понимать, что его поиск завершен. Да, жизнь христианина не бывает скучной, тем более в сегодняшнем сложном мире. Очень много противостоит каждому из нас и собственных грехов и страстей, и того, что происходит в окружающем нас мире. Но мы никогда не скажем на самом деле, что найти истину значит жить в скуке, значит потерять динамизм жизни. Именно поэтому так различаются взгляды верующего человека и неверующего человека. Да, мы считаем, что мы нашли истину. Мы недостойны ее. Мы часто поступаем против того, что Господь, истина и жизнь, наша истина и наша жизнь, и наш путь говорит нам. И когда мы пересечем границы земного мира, мы увидим, что там нет никакого плюрализма истин. Там есть истина и есть обличающее наши грехи, наши неправды, Божие Слово, обличающий нас Божий суд. Одна писательница, которая также, как мне кажется, имеет свою достаточно своеобразную, мягко говоря, интерпретацию христианства, сказала, что нет никакого страшного суда. Но мы с вами знаем из Священного Писания, из всей церковной традиции, не из приспособленческого богословия, которое хочет понравиться и угодить людям, а из того христианского миропонимания, которое стремится, чтобы мы Богу угождали. Из этого христианского миропонимания, из Священного Писания, из Священного Предания мы знаем, что есть Божий суд. И Он обличит всякую неправду, и Он откроет всякую правду. И вот этот Божий суд закончит всякий плюрализм. И значит, мы должны жить, помня о нем, а не о том, что мы больше нравимся или меньше нравимся кому-то из имеющих влияние в обществе людей. Как известно, некоторые сейчас пытаются повторить произошедшую акцию. В Хельсинки 5 августа около православного
собора Успения Божьей Матери, в которой участники акции не были допущены, они устроили некое повторение того, что было в храме Христа Спасителя. В кафедральном соборе Святого Николая в Вене, в Русском кафедральном соборе, было также устроено повторение этой акции двумя жителями города Вены. Это происходило 14 августа. Уже на следующий день, 15 августа, некоторые люди, надев маски и нарушая этим этику и закон, вышли к храму Христа Спасителя и там выступили с евангельской цитатой «Блаженны милостивы». К сожалению, все эти акции опять пытаются противопоставить истинное христианство некоему культу вседозволенности любых человеческих проявлений, в том числе греховных, и культу свободы. Блаженные милостивые, да, но милость Божия часто проявляется и в том, что Господь через наказание, через испытание, через обличение неправды, через жесткое расставание человека со своими заблуждениями и иллюзиями ведет нас от жизни, наполненной ложью и безнравственностью и пороком, к настоящей жизни. Божия любовь – это не любовь неумного родителя, который способен перекормить ребенка конфетами и этим погубить его здоровье или потворствовать любым его поступкам, хорошим и плохим, тем самым лишив его нормального будущего. Господь любит и наказывает. Господь любит и обличает неправду. Господь исправляет наши пути даже тогда, когда мы этого не хотим и считаем, что грех нам дает гораздо большее счастье, чем жизнь по Божьим заповедям. И наше милосердие не должно быть соглашательством с грехом, потворством греху, потому что когда мы одобряем то, что нельзя одобрять, и потворствуем тому, чему нельзя потворствовать, мы закрываем от людей настоящее благо. Мы делаем им хуже. В Вене, в Никольском соборе, люди, которые поднялись на солью в масках, держали в руках плакат, на котором было написано «Бог любит», и дальше было употреблено название печально знаменитой группы. Бог не любит эту группу. Бог любит каждую из ее участниц. Он желает, чтобы эти женщины спаслись и пришли в познание истины, которую сегодня они, как одна из них свидетельствует, не имеют, потому что настроены на вечный поиск этой истины. Бог любит их. Он желает их покаяния. Он желает, чтобы они шли не тем путем, который рано или поздно приведет всегда к духовному тупику, к страданиям, к страстям. А страсть – это страдание. К оскудению жизни, к скуке, к тоске, к одиночеству. Он желает, чтобы они жили в общении с Ним. Эти люди не потеряны для Царствия Небесного, я в этом совершенно убежден. Как и любой другой человек, который думает, спорит, который не окончательно еще погрузился в жизнь только ради материального, только ради мелкого житейского блага. Если действительно эти люди хотят познать истину, действительно ищут ее, то Царство Божие для них не закрыто. Если они обратятся к Богу, Бог изменит их. Он поможет им жить иначе. И именно в этом проявится Его любовь. Будем надеяться, что и эти женщины, и миллионы людей вокруг нас, которые не знают Бога, даже не хотят Его знать, изменятся. И для этого нам нужно говорить о правде и лжи, говорить о спасении и погибели, говорить о воздаянии Божьем и о Божьем милосердии. Мы можем начать жить совершенно другой жизнью.